Дорогу молодым. Казахстанских работодателей могут обязать принимать на работу молодых специалистов без испытательного срока и заключать контракт сразу на 2 года. Сенсационный законопроект в первом чтении сегодня одобрили депутаты Мажилиса парламента Казахстана. Документ должен защитить права молодежи и решить самую острую проблему трудоустройства. Что об этом думают сами студенты и чего опасаются работодатели, узнавал Марат Акулин. Трудоустройство молодых специалистов без испытательного срока. Такая норма Трудового кодекса вскоре может стать реальностью, если ее одобрят в парламенте. Это касается как государственных организаций, так и частных компаний. По мнению министра образования и науки Аслана Саринджипова, данные поправки целиком и полностью будут направлены на защиту прав молодежи в сфере труда. Молодой специалист, то есть человек, окончивший высшее учебное заведение или профессионально-техническое учебное заведение, если он трудоустраивается первый год после окончания вуза или колледжа, с ним подписывается контракт на срок не менее 2 лет. Если раньше у нас была норма испытательного срока, сейчас эта норма будет отменена. 2 года для молодого специалиста – самый оптимальный срок, отметил глава профильного ведомства. Время для адаптации и раскрытия собственного потенциала, а там уж на усмотрение работодателя. К тому же трудоустроенные кадры смогут отстаивать собственные интересы посредством закрепленных в законе механизмов, рассказал Саринджипов. Молодежные советы при акиматах, молодежные советы при министерствах, а также будут создаваться молодежные советы в организациях образования и на предприятиях. И через эти советы молодежь сможет защищать свои интересы и свои права. Мажилисмен Азат Перуашев считает, что ожидать от этих норм положительного эффекта – вопрос далекой перспективы. Молодежь необходимо заинтересовать здесь и сейчас, а не кормить их красивым словцом. Ведь проблема занятости выпускников начинает обрастать мхом. Здесь мало ему поддержки со стороны общественных объединений, молодежных объединений. Для него важно, чтобы он видел личные перспективы жить лучше. Он видел бы личные перспективы стать успешным, состояться в этой жизни, добиться каких-то больших результатов для себя. Вот здесь, конечно, нам еще много предстоит. Не успела новость просочиться в сеть, как молодежь принялась активно обсуждать плюсы и минусы законопроекта. Абсолютное большинство предсказуемо поддержало нормы документа. Благодаря этому нововведению, наконец-то, молодые специалисты могут нормально трудоустроиться. Сейчас все ниши рабочие, трудовые, они заняты теми, кто не учился по этой специальности. Человек будет сразу влит в коллектив, будет работать вместе с коллективом, не будет бояться испытательного срока. В принципе, этого следовало ожидать, ведь рынок труда в стране перенасыщен. Как уверяют специалисты, законопроект о государственной молодежной политики палка о двух концах, где поправки могут стать погрешностью в лице испуганных работодателей. Впрочем, сегодня позицию по этому вопросу не захотели озвучить ни работодатели, ни представители профсоюзов. Видимо, опасаются делать поспешные заявления, ведь законопроект еще на стадии обсуждения. Марат Акулин, Чингиз Сулейменов, Информбюро, Астана.